Привет из солнечной Италии, специально для Крылья ТВ. Ну что, друзья, да, вам всем привет от нашей Италии, солнечной любимой. Мы уже 26 дней сидим на карантине, можно сказать, мы аксакалы. Мы первооткрыватели, не считая Китая, да, и я вам расскажу, как проходит наша жизнь в Италии, в закрытой Италии. И, естественно, мы уже с 10 марта на жестком домашнем карантине. Выходить нельзя без надобности, только за продуктами. Раз в неделю мы выходим за продуктами. Никакой у нас паники. В магазине все есть. Итальянцы очень социальная нация. Очень сложно их закрыть по домам. И первое время у нас было то, что я сейчас наблюдаю, что делается в России. Да, то есть было немножко уныние, потом оптимизм, потом песни и танцы были на балконе. Сейчас все смирились и по типу живут. Сказали сидеть дома, значит сидеть. Да, никто особо не выходит, не нарушает. Хотя вначале было очень много нарушений. Народ не понимал, как это можно так делать, пока правительство не установило штрафы. Огромные штрафы. Сейчас экономический кризис очень большой в Италии и штрафуют всех очень-очень активно. После этого усадили домой и всех итальянцев. Ну и сейчас народ уже понял, что сидеть дома – это уважение к себе самому, к твоим родственникам, друзьям, к твоей семье и к окружающим людям. Сиди дома, не сам не заразишься и других не заразишь. Да, поэтому, друзья, терпение нам и надежда на будущее. Да, и приезжайте в Италию. Да. А с вами была Лариса Шабан, моя фамилия, и я лицензированный гид по Риму и по Ватикану. Добро пожаловать в Ватикан, в Рим, когда все это закончится, а оно обязательно для всех закончится.